1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ну, первое, что... Не работает, да, я выключил, да? Первое, что рад сюда вернуться, в Уфу, на стадион, увидеть старых знакомых. Но понимаем, что дружба дружба, а служба служба. Поэтому рада сегодняшней победе. Она нам далась, несмотря на счет, нелегко, потому что не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Могу более того сказать, что во многом тоже недоволен, потому что мы очень сильно зажато играем в начальные минуты. Боимся совершить ошибку, ошибки этим славятся. Поэтому, наверное, за исключением победы, то, что мы ее одержали. И, наверное, последних уже 20 минут, когда игра успокоилась, то мы хорошо смотрелись. А до счета 3-0 нам есть что улучшать. Но я думаю, что это молодежь, молодой команде свойственна нестабильность. Перейдем к вопросам, пожалуйста. Иван Уральский, Спорт-Экспресс. У вас сегодня было две травмы, уже известно, насколько? Завтра оценим, а если Магнусом не думает, что что-то будет серьезное, то с Аберем надо будет смотреть. Надо. После обследования мы можем более детально что-то сказать. Еще вопрос. Прошу. Использовать Ваню можно по-разному. Это большое всегда поспорье, когда есть такие футболисты, которые могут играть ближе к атаке, ближе к обороне, выполнять тактическое задание. Поэтому посмотрим, как дальше будем его использовать. И выделять кого-то. Он хороший объем сегодня работы проделал. Там, где-то ошибался, там перед штрафной площадью делать там не стоит. А так доволен, тем более, что я знаю хороший уровень. Ну, 90 минут сложно, а касаемо там больше, чем тайм, думаю, более чем реально. Саша. Василий Гореев, Блад, Бизнес Онлайн. Скажите, пожалуйста, Виктор Михайлович, в чем секрет игры вашей команды? Как ЦСКА, порой, несмотря на такую достаточно посредственную игру в атаке, удается одерживать победы, и причем победы уверенные? А можете еще пример, кроме сегодняшней игры, привести какие-то игры посредственные? А? Ну, назовите еще одну игру. Видимо, не поставил. Мало поставил вашей команды. Мало? Значит, сколько мы побед одержали в чемпионате крупных на данный момент? 7 матчей. Ну, то есть вы задаете вопрос, который не понимаете суть этого вопроса. У нас 3 крупных победы на всякий случай. Много забитых мячей. Значит, есть проблемы в защите, но тем не менее, говорить о посредственности, да, есть моменты, которые надо улучшать, есть нестабильность, есть моментами неуверенная игра многих игроков, потому что это молодая команда. О том, что мы мало создаем моментов, если мы одержали 3 крупные победы, ну, вопрос, скажем так, непрофессиональный. Еще вопрос. Хорошо, Максим, Комсомольская, во втором тайме сознательно отошли назад? Нет, ну в любом случае это психология, и еще раз, мы учимся в боевых условиях. Не могу сказать, что мы давали задание прижиматься, но то, что мы не можем контролировать игру на протяжении там всех 90 минут, это точно. Поэтому иногда мы прижимаем к своим воротам, что, наверное, делать не стоит. Еще какой-то вопрос, если вопросов нет, пускай. Все, спасибо. Дальше.